Всем здравствуйте, это местное время воскресенье, меня зовут Кирилл Пушканов, и мы начинаем выпуск. Ну что ж, переходим к первой новости. Мы расскажем, что графический дизайнер – это один из самых спамер и попрошайничества, как Олег Слободенюк. Но Олег Слободенюк, конечно же, тоже попрошайничество. Это один самый тупой человек. Он просит графический дизайнер со своим пропорции логотипа, переходы там, ну и другие, и составки вести на прогулки. Но мне это надоело, решил поставить хэштег графического дизайнера в бан. Вчера-то использовался в эфире, где вы сейчас видите на экране. Ну что ж, вторая новость. Как нам известно, в группе Ник опять что-то начинает хакер расписаться все это время. Ну, как вы знаете, вот так. Вот так вот. Вот так вот и все видно. Ну что ж, следующие интересные новости. Выложен трек, клип «Наступило лето» в торговой, сделан клип от торговой сети «Пятерочка». Вот это да, мы все пораздуем этот, который сейчас видно. Вот было такое. Ну что ж, а это было местное время воскресенья. До встречи!